Наш приезд сюда был обусловлен несколькими факторами. Мы приехали сюда с супругой. Не сильные, но, скажем, были вопросы к здоровью, которые просто хотелось вот, проконсультироваться. А самое главное, что мы привезли маму, которая действительно себя чувствовала плохо. Ожиданий было меньше, чем на самом деле оказалось. Я очень поражен, удивлен. Как можно простыми методами восстановить самочувствие и общее, скажем так, состояние своего организма. Мама нас вообще поразила своими результатами оздоровления. У нее сердечно-сосудистая болезнь, она обращалась к докторам. Когда мы приехали к ней, то увидели большой пакет с лекарствами, которые она принимала, и как бы это не давало ей того результата, который бы хотелось. Поэтому тоже послужило основной из причин, что мы позвонили в санаторий, узнали о местах. Наши сборы были очень короткие, и мы приехали сюда. Но также и у нас намного все изменилось, и мы себя почувствовали намного легче и здоровее, чем до этого. Здесь, в санатории, по рекомендации доктора, у меня была возможность сдать анализы. И уже потом он указал, какие у меня есть нюансы. В принципе, слава Богу, что только один нюанс, вот как раз этот холестерин. Поэтому я теперь знаю, что делать и как дальше, чтобы этого избежать. Это то, что я до этого не знал. Как для меня, я дал толчок для себя это теми же самыми простыми, казалось бы, занятиями гимнастики, зарядки. Размял свои мышечные, костные структуры. Вот. А также в данном случае здесь очень правильно уделяется правильному питанию. И самое главное для меня, я надеюсь, что я сбросил вес. А это уже для меня очень много значит. Самое главное, что нормализуется давление. Кстати, очень тоже простой, значит, совет доктора, который как бы это больше употреблять воды. И от количества воды на самом деле уходят головные боли. Да, без больниц, может быть, в этой жизни не обойтись. Но если ты хочешь коренным образом изменить свой, скажем, ритм жизни, метод жизни, то, в принципе, сюда стоит приехать, чтобы как бы пересмотреть свои взгляды на и что-то взять отсюда для обычной жизни, чтобы что-то все-таки применять. Да, может быть, не все. Но зная, как люди здесь живут, я думаю, что это очень много будет способствовать для применения уже в жизни обыденной, в рабочей будни.